Я всегда в гуще событий. Ну что ж, выдвигаемся. По машинам. Будем держать связь по радио. Всем привет. Всем привет. Здорово. Здорово. Подождать.
машина будет отремонтирована. Привет. Привет. Сейчас разрушитель убьет, машины появятся. Анализ угрозы завершен. Проведена. Да ладно. Ты сдохнешь нахуй на пожарнике на голове и бить некому. Все, все уже пускай.
блядь, столько ачивки здесь надо. Десятки. Не, ну это понятно. Короче, общие такие. А можно, вот мне не хватает для гаража чоппер, можно на чоппер сесть? Всем привет. Здорово. Посадную машину оставьте одну. Мне ачивки надо. Мы же успеем до 8. Мне спека с Варшаму или Венки остаться? Тут инк на 2 часа, какие 8. Ну, 24. Да, почему КД уже висит? Можно принимать, да? Осадку. Я могу за НХ бафать миликов еще, если что. Чем могу помочь? До новых. Я совет, так полагаю, да? Трофей Кодов еще. Утро, пилот. Серег, давай вылази, короче, этот, залази в пушку, а я победу осадкой. Так, я в квадрате до водителя. Погоди. Девять тачков еще на десятке, блядь. Лази. В пушку садись сразу. В пушку сядь. Все? Не могу, подожди, сейчас секунду. А, куда мне сесть? Садись. Нет, сначала ты должен в пушку сесть, я должен повезти мне для ачивки. Я не могу в пушку залезть, у меня почему-то сразу сюда кидает и вылетаю отсюда. А ну вот я в пушке, давай. А хуй его знает. Я ни на чем не могу, я когда сажусь на трофейку, я просто багаюсь и ничего нет. Да, мне тоже сам. Сейчас я перезахожу еще раз. Нихуя себе, черепаха.
Была. Сука. Спиздили панцирь. Нет, сейчас. Где здесь шопер? Садись, двадцатку, я ночью присяду. Вот, возле осадки. Вот, во, возле Билина, чёрт. Вторым телом сесть? Гильдалю? Ну я же лечил, я врил. Не, не надо. Мне как раз четверо не хватает. Я сейчас захожу. Мне что-то модем врубает, я захожу. Ладно, я просто сяду, меня просто забагает, я просто буду не сидеть. Окей. Четверо. Блин, попробуй высадить меня. Сможешь? Да, мы там сели уже, да? Хазрак, зачем ты к нам сел-то? О. Правые, правые осадки Апи срали, в левый я хуй знает кто. А, сейчас займу тут. Перегоните секунду. Все. Да, да, два человека, Ралли и Апис в месяц уже сидят. Два. Ну, я и Нарекс. Я. Да я, ну, вас, если чё. Да. Надо ее стакать, да. Я понял. А к нему не обязательно поворачиваться лицом, чтобы кидать? Иду. Есть к ним. Да тупо колчеданами ебашь цепок. Ты можешь подъехать к бочкам синим или нет? Все, уже все коп. Боевая единица Левиафан завершает свою работу. Ой, ну я пулить нажал. Да ты охуел. Давай бил, что ты? Замочи вас, Игниса, езжу. Да ладно, нахуй с ним пошли уже. Такой Игнис.
можешь понежить хламобот. Лемы. Просто убиваем. На ХП крикнули, кто на ХП там крикнет? Кого там начало? У меня просто на 2 минуты. Я крикнул мне на 4. Так, крик. Мы от одного хила идем, что ли, или что? Все окей. Сейчас, минуту, я отопьюсь. Покушай. Погнали. Че, где Волонир? Вот так, красиво. Ай-яй-яй. Нечаянно, похуй. Пиваем полностью. Понял. Осколов, так ведь? Зараз, иди. Беги, беги, беги. Ё, я залёт, зачем? ХМ быстро этот, что ли, не делает? Кинь здесь что-нибудь. Перчатки, если нужны, давай мне, Азарат. Че, а можно я себе на транс этот за роли, если что? Если кому надо. Ну вот эта пуху-то. На транс она пойдет. Виталик. А, ну пусть тогда, ладно, если он начнет. Нет, а просто на транс, если он начал, то пусть начал, что. Тормана, ты можешь что-то оставить на мелихас, а не на скорость заклинания? Что тут хуйки рогают? Что это, ну вот, где-то.
Чё ты спрашиваешь? Ух ты, чё вы, чё вы, подвесочка на танк. Тут еще одна упала. Да, вот. Молодец. По-моему, даже две. Ну, короче, тут надо позбивать косты этому уроду. Нет, наоборот, его надо первым, блядь, слить. Типа все косты ему сорвать, чтобы он, блядь, больше ничего не поставал. Ну. Ну что ж, будем чаржиться, забивать все подряд. Блять, пидорас, Иван. Сбил. Может, я ему сухожилие подрезал? А ну. Да, слушай, в натуре работает, блять. Я проебал. Светик ты. Не, понимаешь, у меня оно вытащено, просто я хуй как там не испрыгнусь, я думал, блять. Да он в синее.
Слышь, может давай пойдем и сделаем очиву, блядь, без кастолби. Слушай, а кто у нас на Левиафане сдох-то? Мы с Флойдом. Ну типа завоеватель, защитник удар, точнее. Ботинки. А что за диск? На транспорте сейчас. Ботинки, пожалуйста. Шею я поляну собирать буду. Там какой-то диск, доступ к архиву лежит. Это что? Ключ. А для чего? Нам удалось опередить... Я сходу с Старфолдом. ...сломать систему и повлиять на результат анализа. Давай только сразу рост, когда под проклинь, все нормально. Ну и подотчет желательно. Я еще не добежал просто. Иди. Назад, смертные. Я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. Да. Для блага вселенной это... Слышишь, вот где, короче, говорящий со звездами делается? 25-ки или 10-ки? Не вмешивайтесь. Говорящий со звездами или 10-ки делается? Дай вы сделай. Вот этого поубиваешь, просто получаешь. Просто убьешь и будешь говорящим. Нету. Не. Шкафа нет. Если бы был шкаф, я бы его протянул, чтобы купил. Джип есть у кого-нибудь? Удержишь? Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Ладно. Про сосед снимешь. Взгляните на мир моих. Это не милики, блядь. Мы вселенную не
Ты видишь, что миликов много, кара может практически всегда в милизоне быть. Сколько у тебя уже стаков стал? Бля, это мой косяк. Так. Хоть подними, пожалуйста. Он, блядь, бежал и залез в него. Ну все понятно. 400 косла. Пизда с Лёва. Я его только на 25-ке отбивал, а на 10-ке первый раз. Идентичная тактика. Миры, охваченные пламенем. Только одна кара. Жители гибли, не успели... Мне этот диско дадут? Я был свидетелем того, как галактики рождались и умирали. Ильдар. Так он мне дал, я уже квест начал делать, уже все мне дал. Время я оставался холодным. Что? И безразличным. Ничего. Борис. Миллионы загубленных судей. Неужели все они... Я ничего не понял, что он сказал. Он уже, наверное, принял квест сделать. Похоже, ваша сила кроется именно в несовершенстве. Ну, паролу я выиграл. А не ты. Хорошо, что есть ключ с 25-ки и 10-ки, не надо. Титанов оказываются бессильны. Я изменил код отклика. Ваша планета будет спасена. Я больше не могу полагаться на свои расчеты. У меня нет сил, чтобы передать сигнал. Поторопитесь, найдите источник энергии. Смотреть, чтоб рядом не взорвалось нихуя. Я знаю это место. Тебе нужна моя помощь? Пусть моя судьба не тревожит тебя, Бронзон. Если сигнал не будет передан вовремя, пересоздание планеты запустится. Спасай свой мир.
что просто? Да, кстати, кожаный наруч можешь дать? Перчатки. Да. Пошли без рукавой башни. А мне пофиг, у меня с него все чувы есть. Перекати обломок, это чё? Вот он. Сейчас жду, пока не договорят. Это по квест. Ладно, иду я покурю. Да. Ну, не знаю, наверное, показать. Я бегу. Там, по-моему, было 2 роу всего. Гильдаль 86 или что-то такое. И второй где-то 15 или что-то такое. Я 84 кинул, я 86. Сорян. Давай попробуем перекати облом вообще. Он легкая, чего хули делать. 5 рук убить. Босса не вливайтесь особо, да еще. Да, тут. Да. Не уешь он там, если вихрь. Вихрь можно сбить. Bye.
тебя жизни. Всего лишь плоть. Забвение. Царапина. Опять облом получится. Мы его и делаем в приоритете сейчас. Убить. Убить. Я лишу тебя жизни. Обломки нет, да? Да? А, ну да. Блин, на рацию вылетел, сейчас захожу. Не сделалось. С распростертыми делается, это когда вообще ни разу не убиваешь руки. Было ни разу руки не убивать, тогда не сделать. Надо было делать обезоружение. Девять жизней сделаем. Надо. Ну, че ты мне нравишься? Так что делаем? Сайдеры. Дай пятого. Девять жизней делаем, нет? Окей. Что долго, да. Грудок, если можно.
Да. Тут я им нужен. Ну, это рейд типа со шмотом, да, не на ачивы. Заканчивается. Аккуратнее. После школы. Не проще в норме одеваться? Не проще в норме одеваться? СПД понадевал, блять, ВСКГС, но, бля, на рынке это еще хуйня. А погодите. Надо подождать. Да я встал, мне красный весь починится. А у нее баф отдайте, кстати, сейчас. Раз, плава. Все готово.
Я пока какого сурка посмотрел, как Васаб умер. Спел, диспел. Блять. Сугробов, блядь. Кто? Сука. Холодание не сделали. Ой, я два сольга. Давай, давай, транс классный с него. На транс хочу сыграться. Спасибо. Нужно подойти поближе. Кстати, может рыску контроль моба? Званые гости, вы заплатите за то, что посмели вмешаться.
погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Мне кажется, согрелся. Тут, короче, если молния, например, вылазит, ну, с любого этого круга, то мордой поворачивается. Нет, там, короче, он выпускает такие, типа, веером молнии. Вставай в противоположную сторону от них, потому что туда пойдут молнии. Я пока не могу использовать эту способность. Перебегает. Там вары в основном, он их не сброит быстро. Да мы сами его могу раскидывать. Да мы сами сертушки его. Отсюда стрелять его убить. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Так, эти раскол. Собирай. Я крылья прожал. Все, прожал. За спину, за спину. Хазарак. Че? А ничего, куда ты? А че ты запорол просто? Какое? Не стой под молнией, а ты стоял так под молнией. Так надо было ему сразу говорить, что надо здесь делать. Так я сразу и сказал, мол, выпускают веером шаровые молнии. А тут надо съебывать. Если бы ты сказал, внимание, все мы делаем вот эту очередь. Азрак, беги! Надо он делать. У меня говорит, что? Ёпта. Подбосы. Ребята, подбосы. Хазарак, что? Следующий раз она легкая, это отчего? Для ее целенаправленно дело. Да, не просто зеркало. Здорово, всяко не... А, не будем делать. Thank you.